Мужики не козлы, бабы не коровы. Вы что, тут совсем что ли все офигели? Вы что за войну тут устроили? Девочки с мальчиками должны дружить. Вот ты, банан, подойди сюда. И ты, вот, Лерочка, ну-ка вместе стали. Ты вот ей должен цветочек подарить. А ты вот за ручку его должна взять, и вы должны гулять по парку. Так, кто там у нас есть этот вот? Голубенький быстренько. Вот взял вот Стасика за ручку. И тоже ей цветочек подарил быстро. Ага. Распоясались тут совсем без меня. Я просто в шоке с вашего поведения. Ну-ка быстро, чтобы помирились и больше не ссорились. Вот! Слушайте, умную тетеньку Катю пришла, всех на место поставила. Вот устроили здесь, видите ли, какое-то королевство без баб. Королевство баб устроили. Вот это вот все. В мире надо жить дружно, а не вот это вот все. Вот молодец, Катя. А ты чё тут раскудахтался? Между прочим, ты тоже виноват, что эта война тут развязалась. Кто у них тут... Батика, отец, как это правильно-то назвать, а? Кто их тут воспитывает? Ты главный на корабле, а это ты виноват. Какой батька? У них у свои батьки есть. Я-то тут при чем? Я не родители их. Я им и говорил, в мире и дружбе надо жить, встречаться между собой. Вот это цветочки дарить. Девочки мальчикам там рубашки гладить будут. А они тут каждую серию. То Костя выходит такой, мы коровы. То потом Лера выходит, говорит, вы все козлы, вот это вот все. В мире, понимаете, все должны жить, а не сраться между друг другом. Так вы поняли, что говорят старшие? Видите? Еще раз, вот когда Катя уйдет, еще раз здесь такое устроите, я потом опять Катю позову, опять он всех на место поставит. Банан, ну ты-то куда? Вот именно, банан, ты-то куда ненормальный? Все, давайте, первый раунд в мире и спокойствии. Ага. Да, все, давай, блин, пошел отсюда быстрее. Сегодня я не убийца, как это обычно бывает в самом начале. Всегда первая игра, я почему-то убийца каждый раз. Так, главное, чтобы это Катя не была, потому что я помню, что она со мной сделала в позапрошлой серии, когда была убийцей. Очень плохие вещи она со мной делала. Максимум заданий, как можно скорее, не тупим. Вот быстрота заданий, залог успеха и залог победы. Я даже Кате это сказал до начала записи, чтобы она выполняла задания так быстро, как только может. И у нас уже, в принципе, 15% всех заданий уже выполнено. Еще одно задание. Еще одно задание. Это очень плохо, то что она так за мной наблюдает. Значит, она от меня что-то хочет. Или хочет, чтобы я ее защитил, или хочет, наоборот, меня кокнуть. Ага. Так, ну давай, 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 банан, давай, выполняй. О, молодец. Так, мы знаем, то, что банан не убийца. И лишний раз за борт мы его выбрасывать не будем. Банан, 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 на меня посмотри. Я же тоже могу это задание выполнить, и банан сейчас видит то, что я тоже не убийца. Ну хотя бы, есть два свидетеля, Катя и банан. Я нашла труп в электричестве, свет был вырублен, толком я никого не видела, и все. Опа, печенька, а вы прикиньте, она тоже разговаривать умеет. Печенька, ты с нами вообще записывала когда-нибудь Among? Первый раз, что ли? Так, печенька, у меня вопрос, а что ты в руке держишь прямо сейчас? Ничего. А, ничего. Ха-ха, запомните, а! Она что-то держала в руке и сказала ничего. Так, подожди, Катя и банан, банан здесь, подтвердят то, что я не убийца, потому что я проходил медпункт. Я подтвержу... А с чего это я подтвержу? Я не в курсе. Когда кто-то медпункт проходит, тогда он 100% не убийца. Вот эти пырики-пупырики фиолетовые. И банан, первый раз в жизни никогда не думал, что я это скажу, банан не убийца. Вот, это я подтверждаю. Знаете, что я не видела, чтобы кто-то проходил медпункт. Я даже не знаю, что это такое. Так что это не алиби. Не алиби вообще ни разу. Ты передо мной стояла, дуремонда! Я вот это на алмазных блоках стоял, с меня пырики... Ага, ну вот, не успели даже ни за кого проголосовать. Голосуем за Катю, она какая-то подозрительная, честное слово. Банан аж обиделся, аж из игры вышел, когда я назвал его не убийцей. Может, для него это обидно, я не знаю. Только, пожалуйста, не запердососьте меня в темноте, я вас умоляю. Просто чиним свет, вот все, Отомчик молодец. А печенька что-то в руке держала.
И когда я ее в этом обвинил, она сразу такая: а чё, это не я и корова не моя, как говорится. Надо следить за печенькой. Если она Катю убьет, я ей за это мстить буду всю ее жизнь. Ага, банан. Здесь бежит отомчик со своими углами. Да все вроде как спокойно. Никто никого не убивает, кроме того, что свет сейчас вырубили, и сюда бежит печенька. Если меня сейчас она спину кокнет, да вообще реально ничего нет. Никого нет, на камерах никто не палится. Только не надо меня, ага, здесь кокать. Печенька чинила свет, это надо запомнить. Вот ты реально дурак, чё ты задницей ходишь вперед, банан! Каждую серию у него какие-то странности в голове новые появляются, честное слово. Мать моя женщина, это еще что такое за задание? Я никогда вот эти деревья в лампы не сажал. Или как оно делается? Ага, все понял. Псих ненормальный банан побежал вот сюда. И Лерочка здесь. А-а-а-а! Так, валим отсюда. Я через камеры видел то, что у меня задание где-то в этой ко... А-а-а! Трупачелла! Еще вроде даже теплый здесь валяется. Так. Отомчик, Рейд, Лера и печенька! Вы чё, собаки, вы вот это такой блохастый, вы Катю убили, что ли? Я хотел гнать всю вину на банан, а хотя банан нет, банан же сканирование проходил. Лерочка! Буквально за 10 секунд до того, как я нашел труп, я видел, как она выбежала из здания. И там, как я понимаю, Катюха валялась на полу или банан. Лера, это ты кого-то вот это шмокнула, да, там? Я была на камерах. Ты за меня дурака не держи, Лера. Ты была совершенно на улице. Каких камер? Это я был на камерах, а не ты была на камерах. Ты снимай линзу. Ты чё врёшь, врунишка? Каких камер? Мы с ней были так. Там, ходили. Отомчик, у тебя есть какие-то предположения? Ну, мне кажется, это Лера, она была рядом с углом, и поэтому это Лера. Лера, когда кто-то стоит рядом с углом, он значит вот 100% убийца. Голосуем за Леру, давайте. Ну вы козлы. Если Кати здесь нет, это не значит, что опять можно мужиков оскорблять. Катя как бы в следующем раунде жива будет. Ага, чао, бомбино. Лерочка, Лерочка, ну ладно, что ж-то вы сразу свет... Ага, печенька и отомчик сразу побежали чинить свет, а вот этот Херейд серенький убежал совершенно куда-то в другую сторону. Так, тут задание, но задание я уже выполнить не смогу. Убийце осталось убить двух людей, и после этого убийцы выиграют. То, что Лера одна из предателей, я это знаю 100%. Так, Херей, там печенька, а где отомчик? Ах, вот ты где, квадратноголовый. А я уже думал то, что отомчика... И свет вырубили. Херей побежал в другую сторону чинить свет, а отом... Отомчик достигу жопу! Прохлаждает! Да, Херейдушка? Так, если что, это не я. Я вообще в душе не знаю, откуда там этот труп. И это вообще, это была печенька. Я вот, она убила при мне отомчика, я испугался, убегала. И вот, это не я. Вообще, это вот она все, да. Это не я. Это он. Я не знаю вообще, кто это. Я ни при чем. Я не при делах. Ни при чем. Ты слышишь? Печенька даже не знает, кто она такая. Она только что это сказала. Ну, я тебе говорю, печенька, это Херейд. Он почти у меня на глазах кокнул отомчика и потом бежал совершенно в другую сторону. Херейд, ты реально за дураков нас не держи? Ну, давай подключим мужскую солидарность. В конце концов, без баб. Вот, это она. Каких без баб? Катя тебе в начале серии сказала то, что нет больше никакого королевства без баб. Печенька, голосуй просто за Серого. Вот, Серый всегда виноват. Вот ты должна это знать. Хоть она как бы первый раз с нами играет в Among Us. До свидания, Херейдушка. Лерочка и Херейдушка. И ты только что говорил, что это не ты был Херейд? Это был не я. А чё, я выиграла? Ты сдохла!
Так у меня только что на весь экран было написано «Виктория», ну типа «Победа». А, ну, как, в конце концов, да, ты выиграла. Вообще не знаю, кто у меня убил, но самое главное, что я выиграла. Вот знаете, а я вообще успела только одно задание выполнить, и меня сразу убили, вообще вы какашки, фу. Какашки сегодня нет, Кать, на серии. Какашки — это чпунь, кон-король какашек. Давайте, второй раунд. Вот тебе не надоело самому херейт, а? Вот тебе не надоело как бы? А потом он говорит, это не я, это не я. Две игры подряд он убийца. Это не я, конечно, не ты. Сразу валим в лабор... Хотя нет, ни в какой... В двери застрял! Этот карась, ты аккуратнее дверь закрывай! Свет можно вырубить и... Здорово, Лерочка, давай, пошли отсюда. Я там кого-то за стенкой убил, Лера даже не заметила, потому что Лера возле меня была. А кто сдох-то там, кстати? А, и дверь передо мной, да, закрыла Лера? Невоспитанная. Ну, ничего, ничего, сейчас и тебя постараюсь через стенку убить. А, Лера, а где Лера? Испарилась, ну ладно. Херей, давай, тащи! Мы с тобой точно должны затащить в этой игре. Прошлый херейт лоханулся на глазах у почти у меня убил. Так Катя же не убийца, чё она здесь стоит и на труп смотрит? Не буду я Катю убивать, у меня есть другой план. Катюшечка! Это не я. Катюкунчик! Это не я. У меня такой вопрос. Я зашел в комнату на выходе из библиотеки. Катя секунд 5 стояла над трупом и просто на него смотрела. Потом я уже подбежал и я его зарепортил. Чё ты хотела, Кать? У меня есть алиби. Во-первых, я не могла разобраться, как репортнуть труп, потому что я никогда в жизни этого не делала. Вот, а во-вторых, если бы я была убийцей, то я бы сразу убежала. Но я что, совсем что ли тупая? Ну как тебе сказать? Слушай, ты, я реально пыталась его зарепортить, я просто не понимала, где эта кнопка. Это, подождите, это мы доверимся опять Кате. Помните в прошлый раз, когда она себя, вот откорчила из себя дурочку? Типа, я не убийца, я вообще не умею играть в Майнкрафт. А потом выиграла. Может, сейчас если она... Если вы меня кокнете, вы совершите самую глупую ошибку в своей жизни. Давайте вспомним, что же было на стриме. Кто помнит? А она тогда тоже была дурочкой и прикидывалась. Ну так я об этом же говорю, Катя. Та же самая шарманка. Я за Катю. Вот она у меня на глазах просто на трупе стояла. Ты лошара, серьезно. Я тебе говорю, я бы убежала. Не смейте за меня голосовать. Да вы неадекваты же там все, что ли? Я что, виновата, что я труп репортить не умею? Ой, блин. Ну я же говорю, зачем лишний раз убивать Катю? Если можно сделать ее виноватой. Вот. А тем более, как бы сейчас на меня меньше всего подозрений. Потому что я же нашел труп, получается. Я же вроде Кате объяснял, как репортить труп. Катя, как обычно, все забывает за секунду. Бананчик! Сюда! К стеклу подойди! Ага, не подходит. Ну ладно. Оказывается, здесь... Через вот эту стенку тоже можно людей убивать, хоть я это не знал. Так, в сральнике кто-то прячется, никто не прячется, поэтому спрячусь я. А, ну, ладно. А сейчас отсюда валим, потому что кто-то в этой комнате это херейт. Вали оттуда, дуримонда! Сейчас кто-то сюда придет спалить тебя к чертовой бабушке! А я пока вот куда-то вот сюда. Я видел то, что Лерочка побежала в ту сторону. Банан опять псих там что-то делает. А Лерочка у нас где-то вот здесь. Она же в предыдущем раунде Катю вроде как кокнула, как я понимаю. А сейчас Лерочка... Куда? И в люк. Я уже даже не знаю, куда мне идти, потому что везде трупы. А, вот сюда. Стасик туда убежала, значит, я пойду вот сюда и притворюсь, то что я все это время на камерах стоял. Ага. Дорогие мои товарищи, труп был возле туалета. К
Кто всегда убивает всех возле туалета через стенку? Кто здесь самая главная крыса? Кто здесь в конце концов красного цвета, а? А я-то тут при чем? И к твоему сральнику? Я вообще в другой части карты был! Я, конечно, сральники обожаю, но здесь я их ненавижу. Потому что каждый раз, когда я прихожу к сральнику, я вижу, что ты убиваешь кого-то, в том числе и меня. Костя, да если бы я был убийцей, я бы тебя уже давным-давно бы убил. Да не предатель, я честно... Мою тактику с прострелами через стенку уже все расхватали, как горячие пирожки. Это не я, Костя. Да это ты. Ты постоянно со своими сральниками. Ты в них сидишь, постоянно закрываешься, никого туда не пускаешь. Так это точно он постоянно, когда убийца, он меня особо валить не старается. Он не светится никогда, когда он убийца, потому что когда он мирный, он меня всегда валит. Это ты. Ты чё гонишь на меня, Хрейд? Это не я. А ты в курсе, сколько раз гнал на меня ты? А тут как бы реально подозрение на себя. Вот, ребят, это же он. Ядрить ты колотить! Так, надо менять тактику. Я больше никогда не буду никого убивать возле сральников. Это уже слишком палевно. Все всегда знают, то, что это именно я через стенки всех кокаю. Это был последний раз, честное слово. А ведь я же могу сейчас помочь Хрейду, получается. Хрейд на меня нагнал специально. Специально для того, чтобы отвести от себя подозрения. Поэтому, Хрейдушка, я на тебя очень сильно сейчас рассчитываю. Не подведи, браток предатель! А я тебе даже помогу, вырублю свет. Давай, Хрейдушка, давай, 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 давай! Я в тебя верю! Через почти стеночку кокнул! Чтобы Костя лишний раз не бубнел. Катя стоит, охраняет углы. Отомчик бы это 100% оценил. Ну ладно, стойтесь дальше, стой. Хрейд, 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 давай! Давай, давай, ты сможешь, одного человека осталось убить, и ты победил. Ну не тупи же ты так сильно. Пердоха ее, выключаю свет, еще раз тебе помогаю. Давай, Хрейд, вот. Ну че, Костичка, да бубнелся, а? Ну я же говорил, что это он. Ну я был прав, конечно же. Ну видите, красный всегда крыса. Ты такая крыса, а? Вот я с голубеньким согласна. Ты меня в самом начале просто берешь и кикаешь. Да за что? Что я тебе сделала? Вот, ребята, никогда ему не верьте. Всегда реально убийца. Да еще и меня прям в самом начале взял и выбросил за борт. Да я че, виноват, что ты реально на трупе просто стояла и охраняла его, что ли? Кать, ну ты пались меньше. Ну так ты же прекрасно знал, что я не убийца. Зачем ты это сделал? Ну так в этом и вся суть игры. Чем больше ты врешь, тем больше шансов у тебя на победу. Поэтому я тебе и кокнул. Так ты все равно проиграл. Я выиграл! Ну, в смысле, меня выкинули, но Хрейд же потом затащил. Ну да, ты сдох, все равно, значит, ты проиграл. Все, вонючка. Хрейд, молодец, затащили. Давайте. Третий раунд. Да ладно. С Катей я еще никогда убийцей не был. Так, все, хорошо, разбегаемся, разбегаемся, разбегаемся. Давай, 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 Катюха, мы должны затащить. Катя вроде как профессионал. Ну, в смысле, она два раза в жизни своей играла за убийцу и два раза выиграла. Если ты, конечно, не будешь там стоять как столб и не знаю, чего ждать. Давай, 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 Кать, делай дела какие-то. Иди сюда, иди сюда, сюда, в эту комнату, иди сюда в эту комнату, заходи давай. Туримонда Петровна, честное слово, так, учитывая то, что она реально нифига не знает, что и как делать, надо с тобой как-то тащить. Иди за мной, давай, 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 сюда, за мной. Пошла, 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 пошла. Сейчас с тобой где-то спрячемся в каком-то месте. Сзади вот бежит карасик и банан. Кокай, 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 кокай. Давай, 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 давай. И здесь у нас кокнула, не кокнула, где она? Кокнула, здесь у нас был банан. Ха-ха. А вот и бананчик. Сделаем с тебя банановое пюре. А сюда, иди сюда. Вот, вот, нажимай, 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 нажимай. Я не знаю, она умеет, не умеет. Кнопку нажми вот так. Вот так спрячься в люк. В люк засунься.
прыгаем в него, дуреман! Японский... Это стресс! С ней играть, стресс! Валим, 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 валим. Вот там бежит Отомчик, там бежит Костя. Валим, вот. А вот, молодец. Ага, все, молодец. Выключаем свет. И сейчас мы его же починим. Сделаем вид, то, что мы чиним свет, чтобы от нас отвести все подозрения. Все, я сам, я один свет починил. Реактор включаем. Я все же надеюсь, то, что Катя там хотя бы кого-то смогла кокнуть за все это время, пока я здесь бегаю. И я самое главное надеюсь, то, что ее никто не спалил, то, что она убийца. А трупы как бы до сих пор вроде никто не нашел. Тогда это сейчас сделаю я. Если трупы никто не нашел, там осталось совершенно мало вот этих заданий. И они сейчас уже смогут победить, если я не зарепорчу труп. Ага, бежит печалька, бежит печалька! Так, а вот что сейчас делать, я не знаю. А зачем я печеньку, кстати, убил? Пока просто свет выключу. Так, что делать? Что делать? В одном месте три трупа! Три трупа! В принципе, можно еще кого-то через стенку сделать. Вот так убить и... Они меня просто ненавидят уже. Честное слово. Пойду я зарепорчу труп. Не-не-не, слишком много трупаков в одном месте. Мать моя женщина. В джунглях на одном месте валялось два трупа. И там никого рядом не было. Я это увидел сразу же после того, как я бежал в электричество чинить свет, но не успел туда добежать. У меня есть подозрение на одного человека. Кого? Настасья. Она выполняла задание. Потом я подошел, чтобы проверить, выполнила она или зафейковала. В итоге она его зафейковала. Это неправда, Костя. Я выполнила это задание дважды. Два раза подряд. Первый раз перед как? Тобой и после тебя. Два раза я это задание чертовой выполнила. Каковы шансы, то, что тебе попадется два задания в одном и том же месте, Стасик? Это шанс на миллиард. Ну не знаю, как это работает, но я выполнила это задание два раза. Кать, ты что-то видела? Я вообще ничего не видела, как обычно. Как обычно, голосуем тогда за Стасика. Да, я верю Косте почему-то. Вот. Я редко ему верю, но сейчас мне прям верится. Ну и ладно, но это баг карты, я два раза выполнила задание. Ага, все, побежали, давай, побежала, Катюха, побежала, ты чё... Ну это Катя! А чё так быстро? Она в люк прыгнула у меня на глазах просто! Ты о чём думала-то? Как, а чё люк? А чё? В смысле? И чё? Ещё что я в люк прыгнула? Так в люк только убийцы могут прыгать! Да в смысле? Вы чё мне не сказали-то? Так, голосуем за Катю. Дуримон, да честное слово. Да, это нечестно, я не знала! А то, что ты не знала, это как бы не оправдание! Ты же всё же убийца! Ты крыса во второй раз, просто. Все же видели, как ты в люк прыгнула. Просто крысятина, до свидания. Ну а кто знал-то? Кто знал-то, то, что она не знает, что не надо прыгать в люк? Она просто всех на глазах побежала и в люк шандарахнулась. Господи, мать моя женщина. Так, ну, надо будет тебе еще раз все правила объяснить, потому что... Учитывая то, что я остался один, мне надо убить еще двух человек. Если я сейчас это как-то смогу сделать, если никто меня сейчас не заметит, выключу кое-я светик, и, возможно, я смогу кокнуть кого-то через вот этот забор. Вот, давай, Отомчик, вот, ближе, ближе, и валим обратно. Вот куда-то, вот сюда, в джунгли. Ага, и сейчас сделаю вид, что я сюда прибегаю и просто нахожусь здесь труп, которого... Или не находить его. Ну давай, ну заходи внутрь.
Но надо же кому-то свет починить, последний вот этот вот рычаг дернуть. А, и дернуть пришла у нас Лерочка, да? Ну дергай, дергай. Ага. Дергай, дергай, Лерочка! Лерочка решила за рычаг дернуть, но кокнул ее я. Ага. Ну ты красава, конечно. Ну ты тащишь всю игру, вообще красава. Я за всю игру одного человека только кокнул, а он всех. Но ты все равно крыса. Кать, ну ты просто у людей как бы на глазах в люк не залезай, и тогда я тебя палить не буду. Ой, все, давайте забудем это как страшный сон, ага. Ну что, Костя, ты убедился, что я два раза выполнял одно и то же задание, что такое возможно в этой игре? Какой же ты козел, за меня проголосовал? Да ты чё, офигела? Следи за базаром, эй! Ты чё, на меня корова тупая полезла? Эй, братья! То же самое, что и делать. Я не умею свистеть. Все время они вот так, вот сяк, все вот так. Что вы опять начали? Да, вы постоянно затекали мужиков. Зачем они эти горовым вообще с ним вязы всякие? Зачем эти макияжи? Макияжи. Дебилы, честное слово.